Правительство пошло всем нам навстречу. Берег турецкий вновь открыло для всех нас. И тут же мы отправились навстречу со Средиземным морем, солнца не боясь. А чё бояться? Мы же все привыкли на Средиземном море отдыхать. Поэтому будем здесь загорать и веселиться, и вам докладывать. Тишь здесь на море или гладь? Уважаемые любители рок-музыки, ищем национальный колорит. Будем надеяться, что в этом магазине под названием «Маркет» мы все найдем. Здравствуйте, люди! Уважаемые любители турецкой рок-музыки, идите сюда! Идите, к вам приехал рокер из России, из Москвы! Русская рок-звезда приехала, вы что, не узнали меня? А? Как вас зовут? Волощук СД, вы что, не знали? Русская рок-звезда, конечно! Мы пришли за национальным колоритом. А ну, давайте показывайте фески. Да, конечно, сейчас фески, потому что мы будем снимать у вас клип. Да, будет замечательно. Клип. Клип про вашу прекрасную страну. Поймите, про прекрасных людей. Мне очень приятно, что вам нравится наша страна и нравятся наши люди. Я патриот своей страны. Елена Ивановна, мне самому нравятся люди этой страны. Ну что я могу сделать? Ну такой человек вот нравится мне эти люди. Буду мерить. Давайте. Да, красное самое оригинальное. Вот. Потому что люди понимают, что Волощуку СД надо самое лучшее и самое оригинальное. Правильно? Точно. Так, как ее правильно одевать? А, надо, чтобы надпись была спереди. Ух ты! Сбоку. А, ну, правильно? Все верно. Уважаемые любители рок-музыки, вы ждете очередной шедевр или нет? Как вы думаете, получится? Вот, 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 тут он. Есть рокеры, конечно, оказывается. Обожаю. Не только рокеры тут есть, тут есть еще и Таркан. Да. Я его тоже люблю. Таркан обалденный певец. Точно. Спасибо вам. Подождите, я спасибо. Я только начал. А, вы можете продолжать. Так, ну что, Елена Ивановна, берем красненькую, осенненькую. Чего? А ну давай. Елена Ивановна, это для вас. Вы рядом со мной снимитесь в клипе, в синенькой. Как вы? Режиссер, это мой режиссер. А, это, режиссер. Это не просто мой, это знаменитый. Это министр внутренних дел. Не-не-не, это знаменитый режиссер и продюсер русский. Да? Вы не знали? Я на вас подпишусь, где это вы. Я обижусь, если не подпишусь. Ну, пол Турции должно подписаться. Я сделал. Я на Таркана подписался. Все. А? Я на вас покажу. Все. А? Уважаемые любители рок-музыки, видите, не зря приехали мы в Турцию, в Фетхие. И в Ацель, в Либерти, вот этот прекрасный магазин. О! Едем, она возьмем, возьмем, вам возьмем обязательно. Так, где берем? Так, что еще взять? Еще что взять? Ну, мне же, конечно, бы рубашечку. Рубашечку. Фирменную рубашечку, чтобы тут было написано торт. Булабидермезио или бигемлеки? Тюркия я зову гемлеки. Не, ну национальный, национальный. Черт вармудр? Национальная нужна. Йок, алджак я на кемис. Вармы текстильдер? В текстильном магазине есть у них. Здесь? Да-да, вот там. Там вы шо? Можем прогуляться, им подождите, давайте еще посмотрим, что у вас еще есть. Не-не-не, нельзя. Елена провоцирует, провоцирует. Тут режиссер не даст вам провокацию совершить, не даст. Без лишних калорий из Турции уезжать нельзя. Обязательно нужно лишние калории. Ну, режиссер не даст. Не даст. Он говорит, ты что, куда ты и так толстый? Нормально, отлично выглядите. Уважаемые любители рок-музыки, а вы все время говорите, вот ты пузо отожрал, вот ты пузо отожрал. А люди говорят, а я ж классно выгляжу. И я не буду с ними спорить, вот что самое смешное. Ну так. Ладно, пойдемте текстиль. Да, давайте смотрим. Это мы забираем. Да. Здравствуйте, люди добрые! Здравствуйте! Я пришел за самой красивой рубашкой. Футболка. Хорошо. Футболка это уже неплохо. Но это на маленьких детей. На меня не налезет. Два их слаж подойдет, я думаю. Ну, маловато. Ну, пускай, максимально. Уважаемые любители рок-музыки, я похож на этого богатыря, на турецкого. Турецкий богатырь. Вот, вы говорите, вот, вот она, футболочка, которая поможет нам снять потрясающий клип.
1299-м Осман основал империю, да, империю османскую, поэтому в честь его и назвали Османская империя. Да. А в 1453-м завоевал Мехмед. Мехмед. Да, он перевел корабли через сушу. Хорошо, а кто великолепный? Кто? Сулейман. Сулейман великолепный. Сулейман он великолепный. Когда он был? Он был после Фати Султана Мехмеда. После Мехмеда? Да. Сразу же? Да. А, понятно. Вот так вот отняли они у нас Константинополь. Истамбулом назвали. Ну а что делать? А мы же не жадные. Да, конечно. Мы теперь к вам в гости приезжаем. Там все прекрасно. Без проблем. Ну а что? Ну. Мы пойдем. Рады вас видеть сюда. Пойдемте, пойдемте. Уважаемые любители рок-музыки. Ну, фески мы взяли для клипа. А как без музыкальных инструментов? Надо же обязательно хоть что-нибудь. Ну, гитару я с собой не брал. Поэтому я увидел здесь национальный турецкий барабанчик. А? 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 Буду себе аккомпанировать. Я надеюсь, вам понравится. А? Берем. Ну как эту красоту не взять? Да обязательно. Что вы? Где мой друг? Как вас зовут? Кибар. Кибар. Вежливо переводится. Кибар, меня Сергей. Очень приятно. Елена Ивановна, кибар, вежливый. Вы поняли? Это отличительная черта турецкого народа. Вежливость. Точно такая же, как и у русских. Да. Видите, вот в этом мы едины. Конечно. Братский народ. Берем, берем прекрасный инструмент. Кибар, запишите, Елена Ивановна. Считаем. Забиль. Да, хороший. Сейчас он проверил, говорит, хороший звук, говорит. Да, точно. Но сомневается, отдать мне или нет. Сомневается, я чувствую. Скидку, как положено, в Турции. Ну, это да. Это продюсер, она обожает скидки. А, да, без скидок в Турции никак нельзя. Вот, продюсер не пропустим. Надо скидку делать за 50 рублей. Хорошо. Елена, вам скидку сделали огромную. Все, вместе 75 евро. Пора уже. Выгляди как человек. Хватит уже баловаться. Буду как человек выглядеть. А ну. А ну. Кибер. О, супер. Елена Ивановна. Все. Я думаю, что клип будет великолепный. Уважаемые любители рок-музыки, кто из вас сомневается, что мы произведем очередной шедевр о нашем отдыхе в Турции? Сомневающихся нет. Нет, потому что нет. Вас видят и боятся. Вот так. Молчат. Все, после обеда зайдем. Рок-н-ролл forever, мужики, держитесь, и девчонки, и не сдавайтесь, самое главное, враг не пройдет. Знаете, что с Волощуком СД вы нигде не пропадете. Я всегда найду кратчайший проход к вершинам славы. Видите, как быстро мы идем? Сейчас будет море. Тут так. Мимо красивых женщин, мимо строгих бодигардов пройдемся. А вот он сидит, спит на ходу. Уважаемые любители рок-музыки, вот меня, по-моему, чувство не подводит. Мне вот кажется, что сегодня опять будет 40. Как вы думаете, глядя на вот это безоблачное небо, как вы думаете, сколько сегодня будет? Вчера было 40. И у меня обычно чутье не подводит. Что-то у меня такие вот есть предчувствия. Поэтому, уважаемые любители рок-музыки, когда вы едете в Турцию, то не забывайте брать с собой крем максимально степенью защиты. Иначе кирдык будет. Только что мужик там в магазине зашел весь как ошпаренный. Ему выдавали крем после загара. А так. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук.